Легкая одежда из натуральных тканей, женские сарафаны, платья и майки, мужские рубашки и футболки – то, что нужно жарким летом. В павильонах ярмарки представлены и яркие модели с принтами, и базовые однотонные вещи. Здесь каждый найдет, чем дополнить и разнообразить свой гардероб. Предлагаю покупателям одежду для дома, для отдыха, платья, в которых можно ходить на работу. Значит, производство Турция, производство Россия. Россия шьет из импортных тканей, лекала потрясающие. Вот каждое платье одел и пошел, как будто бы шили вот строго на вас. Вот также представлено нижнее белье. Ткани все натуральные, дышащие, комфортные. Самое главное преимущество – то, что они очень долго служат покупателю, не теряют форму, не деформируются, не теряют окраску. И в то же время те, кто купил, чувствуют в них себя очень комфортно, уютно. На ярмарке можно обновить гардеробы для себя и для ребенка. Качественные костюмы, шорты, футболки и майки выдержат детские игры и шалости. Одежда не только привлекает взгляд, но и служит несколько сезонов. Поэтому многие покупатели возвращаются сюда снова и снова. Выбрала вот школьную форму, там юбочка и сразу костюм, ну, костюмчик получается. Очень понравилось, по качеству даже понравилось. Я уже до этого брала у них. Тоже вот на маленькую брала, племянница брала вещи. Очень понравились по качеству и по цене. Очень довольны даже. Также на ярмарке представлен широкий ассортимент обуви для детей и взрослых. Легкие, удобные босоножки на жаркое лето или комфортные кроссовки на прохладные вечера. Продавцы подберут товар на любой случай и размер. Кроме того, здесь можно приобрести товары для дома. Посуда, бытовые приборы, текстиль, декор. Специально для видновчан все самое необходимое собрано в одном месте. На нашей ярмарке представлены все, везде, вот в любом у нас бутике хорошие товары. Достойные, на самом деле. Здесь в моем представлены полотенца и постель, и тюль. Это производство наше и производство Турции здесь. Состав везде очень хороший. Если вот у меня уже дважды, я у вас здесь, третий раз, кто брал, все довольны. Ярмарка – это еще и отличная возможность порадовать себя и близких деликатесами со всех уголков страны. Натуральный алтайский мед разных видов не только станет прекрасным дополнением к чаю, но и принесет пользу здоровью. Свежие фрукты и овощи помогут покупателям почувствовать лето на 100%. А орехи с юга России – это отличный и, главное, вкусный источник витаминов и минералов. Кроме того, на ярмарке представлены десятки видов фермерского мяса и колбас. Здесь есть все необходимое для полезного и вкусного ужина. Попробовать и приобрести продукцию ярмарки можно до 3 июля. Павильоны открыты с 10 утра до 7 вечера. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.